Ребятки, всем привет! С вами Александр, и у нас сегодня знатное событие, ради которого стоит, как говорится, купить себе тортик и зажечь даже пару свечек на нем. Мы такие вывели Амуру, там было больше 700 выведений, это наш новый клановый дракон. Давайте сейчас мы его... Эпический клановый дракон. Вот он у нас уже, в принципе, и стоит. Так, давайте мы заглянем сюда, вот коллекция... так, гравий Амура. Амура снижает действующее время разведения на 60 минут. О, это хорошо. Это хорошо. То есть, так. Ух ты. А можно его то есть можно поклацать, или это он сам по себе так? Нет, вроде как реагирует. Реагирует на клики, да? Можно его поклацать. Такой вот у нас... Двухглавый, подождите, она клановая, что все двухглавые? Да, все двухглавые, клановые. Следующий у нас на подходе, это серый. Мы собрали пазликов 10 штук, то есть половину. Потом идет у нас, это дает, приносит алмазы, интересная штука. Потом идет кутер. Таймеры всех заданий клана. Прикольно. И последний у нас бун. Это приносит сундук сокровищ со случайными наградами. Ну тут не знаю, насколько это актуально. Но Амуру мы уже получили. То есть мы долго к ней стремились, и она у нас уже есть. Так, что у нас тут еще идет? Сейчас у нас заканчивается. Ну, как заканчивается? Еще целый день. Целый день. Так, сила. Снижает действующее время. Так, активировать можно при желании. Ну, у нас очков много. Давайте активируем. Почему нет? Пусть будет. Так. Хотя надо было засечь. Да, там посмотреть, сколько у нас... Ух ты, ух ты, его можно тут погладить. Прикольно, он мне напоминает какого-то инопланетянина. В этом, в игре, в старой игре Halo Combat Evolved, в первой части там были пришельцы, элитники. Вот у них чем-то вот морды такие, и оружие у них было, плазменные винтовки, тоже чем-то похожее было орудие. Так, а мы идем в осаду. Так, в прошлый раз мы с вами использовали... вот, кстати, мы гуляем здесь. Зачетно. О, и тут даже можно потыкать. Это интересно. Так, давайте будем штурмовать. Мы в прошлый раз использовали 5 раз 50%, и, по-моему, 5 раз промазали. Ну, так вот, раз промазали. Второй удар должен быть в яблочко. А вообще-то у нас должно было быть этих 5 ударов в яблочко, потому что мы прошлых 5 раз промазали. А у нас тут такое... Черти что происходит. Через раз. Вот на этот раз, конечно, через раз. Но а что делать с предыдущими 5 промахами? Кто мне их компенсирует? Так, я думаю, мы тоже мы добьем. Ну, точнее, 100% мы добьем этот миллион. Получим еще один сундучок. Ну, вот этот сундучок. Так, 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 так. Ну, это наши клановые драконы. 10-20. Ну ладно, с этим как-нибудь разберемся мы. Так, это наш. Ну, у нас тут все отлично. Кстати, первый раз, по-моему, перешел на наш замок. Ну, у нас там нечего смотреть, у нас все отлично. Так, 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 так. Это все мы дело сделали. Давайте заглянем, что у нас еще тут есть за задание. Дать кому-то еду. Это неинтересно, неинтересно, неинтересно. О, собрать жилище. Ну, что-то по-простецкому мы, конечно же, выполним. У нас, кстати, ребятки, сейчас будет новый дракончик еще на прокачку. Это, как говорится, в наших традициях. Это до свидания. И вот сейчас это задание берем, закрываем и идем высиживать нового дракончика. Точнее, не высиживать. Мы уже его скрестили, теперь будем высиживать. Та-дам! Это у нас, ребятки, дракончик. Редкий дракончик. Сектор газа какой-то. Химзащита. Вот такой вот у нас дракончик. Ну, у нас жилище пустоты есть. Так, вот давайте вот сюда его разместим. Так, у нас еще одного дракончика не хватает с этой коллекции. То есть, ну, рыцарь у меня есть. А вот ты кто? Орк. Орка у меня нет, ребята. Нету орка. А вот наша химзащита. Редкий, с атакой 67. Довольно хорошо. Довольно хорошо. Давайте перейдем. Вот такой вот у нас дракошка. Давайте его погладим. Забавный. Муравья какого-то мне напоминает.
человека, муравья. Давайте его будем кормить. Так, у него выросли роги. Стал таким более суровым, конечно. Маленький мне он нравился больше. Так, ну на 15-й давайте его откормим. Ой, на 10 уровне я только 3000 еды потратил. Ну, теперь уже тысячи растут. На 15 уровне приносит 2394. Так, вот такой дракончик, и вот, ныне у него такие показатели. 862. Ну, мне больше интересует вот этот показатель, конечно, приносит 2394 плюс 20% бонуса. Так, отлично. Пособираем здесь золотишко. Так, ну надеюсь, уже в следующей части мы, ребятки, с вами познакомимся с чаровницей. У нас может будет два в одном. У нас Чен И должен вылупиться будет. Не, не Чен, Чен И у нас в инкубаторе. А, ну вот, смотрите, да, ты, ну, через 12 минут. Это у нас будет, да, Чан И, по-моему. Чан Не, фу, Чан И, это была у нас девушка в розовом платье. Ладно. То есть это будет у нас, наверное, на следующую серию, да? Оставим его. На следующую серию. Это, кстати, была Брунгильда. Вот это вот набор Брунгильда. Теперь мы знаем, как она выглядит, по крайней мере. Ну, по крайней мере, я ее теперь знаю, как она выглядит. А Паньгу у нас будет через серию. То есть Чаровница у нас будет в следующей серии. И, наверное, вместе вот с этим дракончиком божественным. Не, не божественным. Ладно. Потом разберемся. Вот, я вот что-то думал, что это он у меня тут высиживается. А кто же у меня там высиживается? А, все, я вспомнил. Это же у нас, ребятки, высиживается дракончик вот отсюда. Это у нас не подменыш. Подменыш, по-моему, высиживается, да? Но у меня еще три вот этих, ёшкин кот, три штуки я собрал их. Три целых за билетики божественные, да, и ничего из того, что хотелось бы мне собрать, в общем-то, не попало. Так, что у нас тут по акциям идет? Ну, эту акцию я выполнил, естественно, вывел божественного дракона, вывел чаровницу, конечно, чё бы не выполнилось это задание. По кристаллам, ну, скажем так, 250 кристаллов у меня уже есть, но, честно говоря, не знаю, куда их особо тратить на данный момент. Так что пока это дело у нас остается. Так. Так, уровни так как-то долго повышаются. Уровни. Половина еще практически. Ну понятно, с каждым уровнем нам дают плюс одно жилище всего лишь. Так, хватит тут шуметь. Расшумелись. Так. Ладно, сюда не будем лезть. Что нам, ребятки, еще сделать? Пойти еще парочку боев сделать. Так, рыцаря надо все-таки вывести для коллекции. Как ни крути. Да, по поводу коллекции. У нас же тут за каждый сбор коллекции дают кристаллы тоже. Готово. Готово, 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 готово. Готово. Ну, здесь все готовы, да? Ну, честно говоря, нет времени. Каждую неделю есть недельный дракон, каждый месяц есть месячный дракон. Некогда выводить вот как бы вот специально кого-то. Вот, например, там у меня глины нету, что ли? Глину вывести, например, или изумруда. Не хватает времени специально выводить их. Если они как побочка не получается, то не смогу. О, этих эпиков, смотрите, вообще ни одного нет. Вот, ну, можно было, конечно, чужого получить, но это был у нас лабиринт, точнее, ну, замок. Мне не повезло. Зато вот у меня вот эти вот есть ребятки солнечные, все есть. Так, вот это вот все хочу вывести, да никак не выведу. 69 атака. Это вообще хорошо для...
Так, вот эти вот ребятки у нас теневые есть. И вот эти есть теневые. Так, ну вообще здесь много дракончиков. Легендарные драконы, да. А, колдовские драконы, то есть не, да, как-нибудь еще до колдовских драконов нужно нам добраться с вами. Ну это когда мы, наверное, уже выведем всех, кого нам надо. И когда у нас будет месячный дракон какой-то ненужный, то можно будет часть времени уделить именно недостающим драконам, чтобы алмазики получить дополнительные. Так, ну а мы давайте сейчас заглянем на карту. Промахнулся. Вот наша карта. Врата у нас открылись, да, спасибо всем, кто помогал. Ах ты, ё-моё, я немножко меньше попросил. Ладно, давайте попросим друзей еще. Еще не все откликнулись, наверное. Думал-то у нас уже хватит, а оказывается не хватило. Не хватило 3. Не хочу тратить просто так кристаллы. Мы как бы туда не спешим особо. Так что, ребятки, порегулярнее заглядывайте в... Вот сюда обязательно. И вот так вот нужно помогать. Вот так. Вот если бы все сделали, ворота бы уже открылись. И вот так тоже. Не забывайте делать. А для этого вам нужно обязательно добавлять себе в друзья как можно больше ребят. И вот, собственно говоря, делать, вот использоваться кодом дружбы. Вот код дружбы. Добавляйте меня и добавляйте друг друга. Тоже воспользуйтесь этим кодом дружбы. Не забывайте. Так, а мы идем на карту и сейчас попробуем. 50-е драконы у нас тут редкий, обычный и легендарный. Ну, 50-й уровень. Ну, хотя уровень очень много дает. А звезда дает 2 уровня. Так что, в принципе, давайте будем пробовать штурмовать. У нас теперь 2 сильных дракона. И Трабл, и Листик у нас сильный. Так что, в бой. Так. Танцоры тренировались много недель, чтобы выступить на празднике, а неуклюжие викинги оттоптали им все ноги. Покажем им, куда они вступили в этот раз. Так, ну самый сильный у нас ты, да? Да, легендарный. Идеально. Выжил. Выжил. Так, меня сульфур поджег. Подлец. Ну, почему? Потому что верхнего я убить никак не могу. Так, мы потеряли осень. Это, конечно, печально. Но с этим мы как-нибудь справимся. Я еще, в принципе, могу, если нам понадобится, то прокачать еще по уровню и у факела, и у осени. Так, удивительно, насколько грандиозно викинги бегают. Грациозно. Ну да, это может быть были танцы. А мы прошли фестивальную площадь, ребятки. Всего лишь на одну звездочку. Да, тяжело двигаться дальше. Так, а мы догнали нашего постоянного участника наших серий Диму. Давайте будем атаковать. Так, здесь редкий дракон император, паладин, да, и космос. Ну погнали, должны справиться. Так, на этом печатном станке жрецы изготавливают буклеты с информацией для туристов. Не думаю, что викинги разбираются в печатном деле. Вперед! Вперед и с песней. Вообще как-то.
блин. Осень не смогла блокировать удары. Потому что ей блокировали удары. Так, ну да, и выбили нашу осень, как ни странно. А нанос, кстати, самая сильная, да. У нее аж 500 тысяч сила удара. Жги, тигрик, жги. Черт, он выжил. Он выжил. Так, ну и вам... Ничего себе. Я не могу его убить. Это капец. Он же меня сейчас завалит. 100%. Нам повезло. Как нам повезло, ребята. Просто он по нам промазал. Так, викинги что-то печатали. Руководство Грунгильды по завоеванию друзей и врагов. Борода и топор должны быть в порядке. Никогда не знаешь, вдруг нужно будет кого-то поразить или напугать. Это не войдет в список школьной литературы. А, у нас тут еще что-то есть? Нет, у нас ничего нет. Ну, мы с трудом, ребятки, с большим трудом справились, так что за это нужно поставить лайк. Фух, так. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, думаю, этот как-то островок мы пройдем с горем пополам. Так, а на следующем острове, да, мне писали в комментариях, а вот он, следующий остров, там будут драконы 60 уровня. Ну, до 50-го, конечно, мы в ближайшие дни не докачаемся, но 45-й это легко получить. На этом все, ребятки, до скорых встреч.